делаешь? Гэри, что за дела? Ордер на конфискацию. Налоги надо платить, Мэдди. Нет, это ошибка. Мы обсуждаем график погашения. Видно, налоговая наобсуждалась. Мне без машины никак. Я в Убере таксую. Не моя проблема. Как я наскребу на налоги с зарплаты бармена? Моя проблема. Ты не отвечала на мои звонки. Так все из-за этого? Нет, вообще-то у меня работа такая. Но если ты хотя бы намекнешь, почему взяла и исчезла, буду признателен. Нельзя так с людьми. 3 месяца и в игнор. 3 всего? Будто год. Прекрасный год. Стой, Гэри. Нет, прошу, хорошо, ты прав. Я сбежала не просто так, а от чувств к тебе. Запаниковала. Честно? Ну, конечно, честно, дурачок. Вчера вечером загружала стиралку, думала про себя. Скучаю по гаду. По твоим рассказам о причинах провалов Джетс, как бы ты их игру изменил? Ну, они бы точно стали лучше. Да в 100 раз лучше. На днях нашла зеленый носок, думаю, это ж Гэри. Так здорово. Давай представим, что машины тут нет. Да. Тем более, что это правда. Сейчас ее тут не будет. Это мой брат. Бонджорно. Он из Италии. Гэри, клянусь богом, это мой кузен. Четвероюродный. У них так принято. Ты бывал в Италии? Точка поставлена. Всего хорошего, пока. Гэри, у нас же было несерьезно. Прости, только не для меня. Сестра права на твой счет. Постой, та, что привлекалась за издевательство над стариками? Ну, знаешь ли. У тебя явно беда с головой. Думаешь, ты безупречен? Ты нерешительный, а это бесит. Ну, прости, Гэри, прости. Ну, хотя бы подбрось докло, у меня смена. Да ты знаешь, сложно решиться. Вот ты урод. Привет, Гэри. Что будешь? Пожалуй, банановый хлеб. Хотя, постой-ка. Давай лимонный кекс. Наверное, тот горячий. С тебя 4,50. Момент. Спасай свой дом, Гэри! Thank you.